В активно строящемся микрорайоне Ульяновска «Новая жизнь» будут готовить космонавтов и других представителей редких профессий прямо в домах. Концепция застройки предполагает детские садики на первых этажах жилых зданий. К 1 сентября свои двери откроет первое такое дошкольное учреждение – детский сад «Белка и Стрелка» на 100 мест. В ближайшее время домашние садики откроются еще в трех домах микрорайона. Планируется 300 тысяч метров здесь построить. Это больше 5 тысяч квартир и больше 15 тысяч планируется, что людей здесь будет жить. На сегодняшний день 3,5 тысячи уже живет, заехало. К концу года мы планируем вот три дома достроить. Среди объектов инфраструктуры – шестиметровая детская площадка и поликлиника. Решен вопрос и с парковками. Строительный бум в регионе не утихает ни на минуту. В 2018 году Ульяновская область построила 981 тысячу квадратных метров жилья. Регион признали лидером среди субъектов Приволжского федерального округа по темпам строительства. До заветного миллиона рукой подать. К тому же в марте президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию акцентировал внимание на реализацию нового нацпроекта «Жилье». Одним из важнейших направлений – это, конечно, достижение индикативных показателей по вводу жилья. И Минстроем России нам согласованы индикативные показатели 983 тысячи квадратных метров. И до 2024 года вот в рамках нацпроекта 1 486 000 квадратных метров. Другие стратегические задачи строительной отрасли, поставленные главой государства, Сергей Морозов обсудил с ее представителями на днях. Среди важнейших – состояние рынка жилищного ипотечного кредитования. На динамику ипотечного кредитования оказывают влияние процентные ставки по ипотечным кредитам, которые тоже имеют тенденцию к снижению. Если на начало 2018 года у нас процентная ставка средневзвешенная по ипотечным кредитам составляла 10,6%, то к концу года составило 9,53%. Ориентиром установок показателей по кредитам является ключевая ставка Центробанка. Но в большинстве банков существуют целевые программы, которые позволяют снизить процент займа на жилье. Если посмотреть, на сегодняшний день процентная ставка базовая, что в Сбербанке, что в ВТБ, практически одинаковые. 11,4 в Сбербанке, 10,6 в ВТБ. Почему говорю практически одинаковые? Потому что существует дополнительная система скидок, которая удешевляет этот кредит. Сбербанк они суммируются, ВТБ они уже так отдельно выделены, да, скажем. Еще один вопрос – переселение жителей из ветхого жилья. К 2024 году в рамках нацпрограммы планируется расселить почти 44 тысячи квадратных метров аварийного фонда. Ульяновская область в рамках нацпроекта до 2024 года получит 1 700 000 000 рублей на реализацию этого проекта. И те дома, которые признаны до 1 января 2017 года, они в рамках этой программы будут переселены. Губернатор на встрече акцентировал внимание на еще одном направлении программы – развитие комфортной городской среды. Парк молодежный в течение прям буквально двух месяцев окончательно обсудим. Все эти подходы и уже в лето, в течение этого и следующего года, надеюсь, приведем его в идеальное состояние, чтобы он был максимально комфортнее. На программу «Губернаторская ипотека» в 2019 году предусмотрен 21 миллион рублей. Ежегодно в региональном жилищном проекте принимают участие 172 семьи. Рената Алюлова, Александр Кудряшов, Новости Ульяновской правды.